Мы находимся в инфекционном отделении, которое предназначено для госпитализации больных с пневмониями средней степени тяжести. Наше отделение оборудовано акцепторами кислорода для проведения респираторной поддержки пациентов, которые будут в этом нуждаться. Каждому больному при обследовании проводится измерение пульса оксиметрия, при помощи которого мы определяем насыщение крови кислородом, уровень насыщения крови кислородом. При снижении сатурации кислорода ниже 90% больному показана респираторная поддержка, то есть проведение ингаляции увлажненного кислорода. Вот акцептор кислорода заработал. Мы определяем скорость поступления кислорода. В среднем это 2 литра кислорода в минуту. И к этому аппарату подсоединяются носовые канюли. И при помощи этих камер увлажненный кислород поступать к пациенту, который в этом нуждается. Данное отделение рассчитано сейчас на 100 коек для приема пациентов указанной категории. Оно оснащено кислородными концентраторами в полном объеме, как того требуют соответствующие указания Министерства здравоохранения, и полностью готовы к работе. В настоящее время указание губернатора развернуть на нашей базе 100 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, но целевое значение составляет 417 коек. Конечно, сеть должна быть готова к оказанию качественной помощи на высоком уровне. Пневмония действительно тяжелая. Мы пока видим, как идет речь о Москве. Количество заболевших достаточно высокое, поэтому мы прилагаем все абсолютно усилия. И хотелось бы сказать, что это для нас плановое значение коек, оно значительно большее. То есть мы должны быть застрахованы, что завтра мы можем принять любое количество пациентов, дай бог, чтобы их не было. Вот. Но мы должны быть, то есть у нас учреждения будут стоять в режиме ожидания.